Добрый день! Рада приветствовать всех на своем канале. Меня зовут Наталья. И сегодня я хочу сделать украшение вот с такими кубиками. Это кубики кошачьего глаза, как на Алиэкспресс пишется. И вот разных вот таких симпатичных кристалликов. У меня их разных цветов. Я тут с утра уже сидела, долго думала, какие цвета мне использовать, пересмотрела интернет, посмотрела, у меня есть специальные сайты для определения палитры. Я хочу сделать себе несколько украшений к определенной одежде. Поэтому мне критично были, какие цвета. К сожалению, у меня очень много зеленого. Из вот этих, из этих кошачьего глаза. Поэтому мне пришлось выкручиваться, брать разных цветов вот такие кристаллики. Но я еще хочу сделать себе украшение в оранжевом цвете, мой любимый цвет, поэтому будет оранжевое. Я как думаю, что будет, наверное, что-то вот такое зелененькое. И вот зелененькое уже как раз подойдет к оранжевому, к синему уже убрать. И вот такие бежевые цвета. Но сейчас я хочу на камеру сделать одно украшение. Буду пробовать, возможно, появятся у вас какие-то идеи, вы мне сможете тоже помочь советом. Сейчас я эти уберу. Я уже на планшете выложила примерную палитру. Я еще не знаю, как это будет по размеру. Поэтому, возможно, буду что-то добавлять, что-то убавлять. Ну вот пока вот так. Я так смотрю, что тут... Из этой палитры я уже забрала все отсюда камушки. К сожалению, тех красивых камней, которые мне хочется и хотелось бы, их было всего 2-3 или вообще один. Но ничего, будем выкручиваться из того, что есть. Итак, так, это я убираю, чтобы... У меня есть такие симпатичные... Я даже не помню, где я их покупала, но не на Али, так точно. Где-то у себя в каких-то магазинах, надо будет зайти, посмотреть еще. Очень удобно в таких маленьких контейнерках их хранить. Так, сейчас я быстренько это все уберу, и мы начнем. Просто я боюсь, что я сейчас начну тут махать руками, и у меня оно все разлетится. У нас пасхальный день, второй день Пасхи, все дома. Я в том числе очень рада. Обычно я работаю по понедельникам. Я делаю украшения для чисто хобби. У меня это не основная работа, поэтому я, в принципе, их делаю для себя любимой. Ну и если там кто-то, что-то из моих подружек и знакомых просит мне сделать, я делаю. Как сережки, которые я показывала вам в прошлом видео, сделала две пары серег. Одни оставила себе, а вторые выложи просто на Facebook фотографию. У меня в течение часа их просто забрали. Девочка уже носит, уже счастливая. Так что делаю для себя, но подружки стоят в очереди. Итак, я не знаю, девочки, пользуетесь ли вы такими планшетами? Мне удобно. Я не знаю, я первый раз им пользуюсь и думаю, ну что, классная штука. У меня еще есть вот такой планшетик. Покажу. Это для браслета, мне кажется, тоже будет очень удобно. Ой-ой-ой. Вот такая палитра у меня. Это для... Я отложила для серег. Тут будут браслеты, серьги. Вот поэтому я так думаю, что серьги, наверное, будут что-то... У меня этих голубых уже не осталось, но, возможно, этих синих тоже нет. Желтенькие. Ну, вот желтеньких два, наверное, сделаю для серег. А это пущу. Или сделаю одну симметричную. Короче, буду смотреть, потому что у меня цветов осталось не так уж и много. Возможно, розовые я сделаю, как серьги. А вот это все остальное брошу. Вы не видите? То есть, вот так. Это серьги. А все остальное я брошу на браслет. Ну и дополню, конечно, чем-нибудь там кристаллами, чтобы был какой-то цвет. Вот такого плана всякие кристаллики. Накидаю. И будет у меня браслет, серьги и что-нибудь на шею. Так, что нам понадобится? Нам понадобится тросик. Нам понадобятся вот такие бусинки. Это 8 на 8. С фенитиками или с кристаллами. Затем нам понадобится вот тут еще розовый гематит 8 на 8.
и 6 на 6. Вот эти бляшечки. 6 на 6 и 8 на 8. Ну и там всякие протекторы. Это уже потом я буду смотреть. Ага, и вот, и вот такие трубочки. Вот такие трубочки я, наверное, все-таки приближу вас. Я хочу, чтобы просто помещался контейнер этот. Планшет помещался, чтобы вы тоже видели, наблюдали и понимали, что, куда, что. Но я думаю, что это вы все понимаете, это только я для себя делаю как архив. И, ну, и кому-то, может, это будет тоже интересно, для кого-то это может быть тоже новый опыт. Так, тросик. У меня тросик вот такой простой из AliExpress. Так, это 45 сантиметров, я думаю, это будет толстый, наверное, возьму вот этот, потоньше. Я так думаю. 45. Да, наверное, сделаю потоньше, потому что, хотя, а это будет, наверное, не так уж и критично, потому что бусинки сами по себе небольшие. Но отверстия у них достаточно широкие, поэтому, наверное, все-таки потолще я возьму. Да, возьму себе потолще. Не буду заморачиваться. Так, у меня... Я хочу сделать украшение 50 сантиметров. Я девушка не мелкая. Я померила 20. Я посмотрела на сайте. Я хочу это украшение в стиле Cœur de Lion. Я посмотрела у них на сайте. У них там размеры стандартные. Там у них получается 42, 45 и 50. Я думаю, я возьму 50, чтобы уже наверняка, чтобы уже, знаете, линейки у меня. Где-то линейка у меня затерялась. После скрапбукинга я ничего не могу в доме найти. Так, 50 сантиметров я, наверное, возьму вот так. 67 сантиметров, чтобы был запас, чтобы можно было крутить, вертеть, как хотеть. Так, вот такой у меня, значит. Это я убираю, чтобы он не матерялся здесь. Опять же, я... С увеличительным стеклом работаю, как обычно, если вдруг что. Ну, я, как вам, девочки, вообще вот такая палитра? Я поискала в интернете и хотела что-то в пастельных тонах, потому что, думаю, следующий будет оранжевый, будет вырви глаз. А это что-то хотелось такое. Так, начнем тогда. Я, значит, набираю эту бусинку. Угу. Просто смотрю, как ее там делать, наверное. Затем вот это. С двух сторон мне надо гематит поставить. Вот так. И с этой стороны гематит поставить. То есть с двух сторон будет гематит. Вот так это будет выглядеть. Смотрите. Красиво, правда? Ой, мне уже нравится. Я только одну бусинку повесила, мне уже все нравится. Так, хорошо, сейчас я трубочки накидаю, чтобы мне... Надеюсь, мне хватит, здесь 60 штук. Один сантиметр они. Вот, буду, значит, вставлять трубочки. Дай бог попасть в них еще. Затем маленький гематитик. И вот эта бусинка. Вот так. Ну, красота же, посмотрите, правда, красиво. Хорошо. Я так
Затем опять трубочка. Если не хватит, у меня здесь еще есть трубочки 1 и 2. Я их буду ставить тогда уже на заднюю часть, чтобы уже так наверняка. Так, гематит большой. 8 на 8. Вот такая бусинка. И вот такая бусинка с финитами. И опять же гематит. Вот так. Где-то у меня были заглушки. Сейчас я найду. У меня с этими заглушками, ну вообще какая-то, я не знаю, как они работают, но они какие-то не такие, как у всех, поэтому я буду искать нормальные, но эти я так просто вставляю, чтобы они не убежали. Ну вот, красота, все, я уже люблю, мне уже все нравится, поэтому... Так, затем гематит 6 миллиметров. И вот такой у меня красивый кристалл, просто обалденно красивый. Он прозрачный, но с напылением АБ. И напыление, оно немножко такое зеленовато-голубоватый. Видно вам, девочки? Зеленовато-голубоватый. Вот, зеленовато-голубоватый. Красивый. Так, трубочка. Сейчас я сделаю несколько с этой стороны и потом пойду на другую сторону, чтобы посмотреть, как будет оно красиво с двух сторон уже. Вот, делаю я это. И гематитинку. Я каждый раз, когда делаю украшения, выставляю на Facebook, я еще не успеваю выставить на Instagram. У меня подружки уже начинают спрашивать, а сколько, а куда, а как. Ну что с ними делать, а, с этими девчонками? Девчонки есть девчонки, сколько бы тебе не было лет, ты остаешься девчонками. Так, куда у меня тут ушло? Так, так, так. Сюда у меня, значит, трубочка должна идти. Так. Маленький гематит 6 на 6. И маленький кристаллик. Вот. Опять трубочка. Что-то я переживаю за свои трубочки, что их мало. Надо было больше заказать, но ничего. Я тогда сделаю это украшение, а второе сделаю чуть по-другому. У меня же есть еще трубочки стеклянные, поэтому можно будет вставлять туда еще стеклянные трубочки. Так, гематит 6 на 6. Нет, здесь получается в зеркальном. Не в зеркальном, а получается как? Так, сейчас и подумаем. Правильно, гематит. Затем вот эта бусинка со стразиком, розовенькая, опять гематит, вот, и трубочка. Все, разобралась. Только я ошиблась вот здесь, поэтому я сейчас переберу. К сожалению, ошиблась. К сожалению, ошиблась. Надо гематит в другую сторону. Ну вот, хорошо, что сейчас увидела, а не тогда, когда уже украшение готово, и ты такой, ой, косяк, некрасиво. Так, вот, значит, сюда, значит, идет сначала кристаллик. Затем гематит 6 на 6. Трубочка. Гематит 8 на 8. Стразики. И розовый камень. Вот, теперь все правильно. Вот так получается. Мне очень нравится, симпатичненько. Я к вам, девочки, вернусь, чтобы уже тут вам не нудеть.
Вот, когда я соберу украшения, когда я буду делать уже окончание, я вам покажу. Ну и, возможно, со вторым украшением тоже сядем вместе, сделаем. Так, девочки, я вернулась. Я набрала. Сейчас я набрала. Вот такое украшение у меня получилось. Руки немножко от гематита, я так понимаю. Я его немножко переделала. Я начинала делать вместе с вами, и я делала только один гематит, проставочную бусину гематита в кристалле 6 на 6. Но я потом так посмотрела, мне какой-то показался незаконченный вид. Поэтому я сделала каждый маленький кристаллик 6 на 6 с двух сторон проставочными бусинками. Сейчас я вас увеличу, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Вот видите, то есть в каждой бусинке проставочная, то есть с двух сторон. У меня получилось украшение. Так, сейчас я так, наверное. Камера что-то убежала, я ее переставляла. Ну так, у меня получилось украшение 47 сантиметров. Я померила, мне хорошо, мне подойдет. Я не люблю украшения под самую шею, мне начинает давить, я не люблю эти всякие такие, знаете, ошейники. Я люблю, чтобы немножко было воздуха между мной, украшением, шеей вообще. Ой, мне очень все нравится, просто очень-очень. И палитра мне подходит, потому что я хотела, чтобы у меня было что-то желтенькое, но у меня всего три, по-моему, три, да, у меня всего три или четыре желтеньких камушков было. Вот, и мне очень надо было желтый с голубым. У меня это к обуви, платью. Для работы я делаю это украшение, чтобы носить на работу, чтобы не носить вот эти всякие помпезные шикарные украшения, я хочу что-то. Это типичное европейское украшение. Вот в Европе типично вот такие маленькие, аккуратненькие, без всякого вот этого напыщенности, без всякой этой, знаете, гламурности. Вот это типично европейское украшение. И я понимаю, почему оно такое популярное в Европе, вот этот бренд, потому что он делает вот такие лаконичные, такие маленькие, не тяжелые украшения на каждый день. Можно даже к деловому костюму. И мне под костюм вообще будет просто шикарно. Или под блузу, или под белую топ. Поэтому я очень довольна. Что я сейчас буду делать? Я сейчас буду стараться делать. Я сюда поставлю трубочку, конечно, сюда тоже поставлю трубочку, сделаю законченный вид. И буду делать я застежку. Вот. Наверное, я вас мучить не буду, потому что я буду под увеличительным стеклом тут шаманить и наверное, часто нецензурно выражаться, потому что у меня не получается, или я просто не вижу, куда что. Вот, ну, это я шучу, конечно. Поэтому не буду вас мучить, я включусь, когда уже более-менее будет все сделано. Или если у меня будут какие-то нюансы, вопросы, я буду, конечно, показывать вам какие-то, может, ошибки, может, какие-то идеи. Ну вот. Пока так, я скоро к вам, девочки, вернусь. Ну вот, девочки, я вернулась с готовым результатом. Посмотрите, какая красивая палитра у меня получилась. И я очень-очень-очень довольна. Что я сделала? Я поставила окончание вот на такой протектор. Видите? Сделала климпы. Эту бусинку поставила как укрывную. Так, тут тросик не забыла отключить. Сейчас мы его откусим. Надо было в трубочку его, ну ладно. Вышел он из трубочки. Печально. Ну, ничего. Вот, теперь он в трубочке. Вот так сделала. Окончание поставила удлинительную цепочку, хотя я и не особо пользуюсь. И вот такой маленький камушек
4 миллиметра. Ну, по-моему, симпатично очень выглядит. Вот так все это красиво. Я уже примерила, муж сказал, супер, завтра одену на работу. Сейчас я сяду, подумаю, как сделать браслетик и серьги. И уже тогда вам покажу полностью весь комплект. Я уже сделала фотосессию небольшую. Ну, мне очень все нравится. И посмотрите, как красиво. Пастельные тона, как я люблю. Цвета такие милые, аккуратненькие. Очень нравится. Шикарное украшение. На каждый день, на работу. Ну, это просто. И если у меня еще будет время и не потемнеет, то я сяду еще за оранжевое. Или за зеленое. Ну, короче, еще кого-нибудь сделаю. И, конечно, вам же все это покажу. И, может быть, даже вместе с вами. Ну, все, я пока отключусь. И буду думать над браслетом. Потом вам включусь и покажу, что у меня получилось. Ну так, девочки, я вернулась, понаходила, поохала, поахала вокруг своего украшения. Я, наверное, включу свет, наверное, будет, не знаю, у меня боковой просто свет. Я еще, наверное, принесу в следующий раз большую лампу. Так, что я делаю? Уберу вот эту, смотрела, как мне лучше сделать палитру. Ну вот у меня то, что у меня осталось, у меня всего один вот этот камушек остался и два желтых. Я посмотрела по своим размерам, получается где-то 4 крупненьких или 3 крупных и 4 маленьких. Ну вот я вот так в принципе выложила, сюда посерединке положила вот этот такой красивый блестящий с оби покрытие, наверное, может быть, такой положу, чтобы он был, да, наверное, вот этот положу. Вот, и я теперь просто сейчас буду собирать это все. Но вот как-то здесь мне не очень нравится, может, синий положить. Да, наверное, поставлю синий, так будет получше. Угу. Вот так сделаю, значит. Серьги я, наверное, буду делать симметричные, потому что мне не хватает камушек одинаковых, чтобы был как комплект с этим украшением и с браслетом. Поэтому, скорее всего, я сделаю вот этих два, розовый и желтый, и обрамлю их просто здесь синеньким. Да, ну просто сделаю два одинаковых, синенькие такие красивые кристаллы, они у меня будут как асимметричные. Вообще-то у меня есть еще маленькие. Возможно, я сюда смогу дополнить. Ну, короче, буду думать. Пока так. Пока так. Сейчас буду набирать на тросик. Я померила свою руку уже, знаю примерно, сколько это может быть. И начну делать. Ну вот я набираю потихонечку. Вот так уже у меня одна сторона. То есть это серединка получилась. Теперь мне надо... Так. Теперь розовенькая. Очень красивый цвет этот розы, как мои ногти. Прямо по цвету подобрала. Так. Теперь трубочка. Маленький гематит. Сейчас посмотрю, будет ли он длинный, нет. Голубенькие. Угу. Мне еще попасть сюда надо. Так. В принципе, украшение не тяжелое, набирается очень быстро. Я думаю. Так, это желтенькие мне теперь надо сюда поставить.
Можно очень быстро на его насобирать на ниточку. Утром сделать, вечером пойти гулять. С украшением, с таким. Мне, наверное, кажется, что все-таки, наверное, одно... Это темненькое... Темненький кристалл, наверное, сюда уже не надо будет, потому что будет слишком длинно. Слишком длинно. Сейчас посмотрим, сколько получается. Так. Где вот у меня серединка? Так, что у меня тут? Что-то не совсем понимаю, как, сколько это сантиметров. Ну вот уже 15. Наверное, придется мне вот это убрать, потому что будет слишком большой. Еще будет застежка. Застежка получилась у меня здесь. Получилось где-то сантиметров 4. 3,5. То есть сейчас я ушла из кадра. Вот застежка у меня, значит, получилась где-то 3, да, где-то 3 сантиметра. 3,5. Поэтому если у меня здесь уже 15, а у меня 15,5, то, ну, как-то надо сейчас будет убирать какие-то. Наверное, маленький кристалл я уберу. Оставлю вот этих два больших. Или я поставлю большой посерединке и от него буду плясать. Сейчас буду смотреть. Вернусь к вам, девочки, когда уже все придумаю, потому что не хочу затягивать вам время. Вернусь. Ну вот, девочки, я вернулась. Доделала я браслет. Вот так, вот так он получился у меня. Вот так все очень. Он очень. У меня очень маленькая рука. У меня всего размер запястья. У меня всего 15 сантиметров, 15,5. Получится, поэтому получилось такое все маленькое. Но я уже померила на руке. Очень красиво смотрится. Завтра постараюсь сфотографировать, может быть, даже на себе. Вот такой красивый наборчик у меня получился. Я, конечно, намучилась застежкой на браслете, потому что к вечеру я совсем уже плохо стала видеть. И у меня уже просто все сливалось в глазах, и я не могла попасть этой цепочкой в протекторы. Ну, короче, было мне весело. Я сделала вот такую цепочку. Продлевающую, или как она называется, с желтеньким маленьким камушком. Ну, а здесь у меня голубенький камушек такой. Сейчас буду делать серьги. В принципе, я уже совсем-совсем готова. На второе украшение, конечно, у меня уже сил нет. И уже темно, я уже, наверное, не буду заморачиваться. Уже сделаю четверг. В четверг у меня выходные. Так, это брак. И тогда я уже засяду и сделаю оранжевое украшение. Что я поняла? Я поняла, что мне нужны новые заказать трубочки, потому что они практически ушли все. Здесь у меня получается где-то около 24 штучек. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В общем, где-то около 30 с копейками. Хотя, в принципе, наверное, мне еще на одно украшение хватит, но не на полностью. То есть нам будет комбинировать с 1,5 мм и с 10 мм трубочки. Вот. И сейчас сделаю вот такие с этих... Скорее всего, с этих. Наверное, да, из этих попробую. А оранжевые делаю из других пунцетиков. Вот такая, такой кубичек симпатичный. Такой в тему. Сейчас буду придумывать. А что придумать, я не знаю, потому что у меня беда. У меня всего-навсего... Так, я сейчас это уберу. У меня всего-навсего получилось один желтый
Так, один у меня желтый. Розовых много. И нет ни одного синенького. Поэтому синенькие у меня будут от кристаллы. И чтобы как-то поддержать, я просто думаю, или розовое сделать к этому набору. Ну, как-то хотелось что-то синее-желтое. Сейчас, секундочку, я уберу. Посмотрю, как оно будет хорошо смотреться, нехорошо. Так, я сейчас вам тут... Вот так. Серьги. Что-то я охрипла уже к концу дня. Вроде бы ни на кого не кричала, но тем не менее. Или сделать вот такие. Но мне почему-то кажется, что я голубоглазая платиновая блондинка, а точнее у меня седина белая. И мне кажется, что вот этот цвет, вот этот цвет, он будет сливаться с моим лицом, с моей кожей и вообще. И даже если я посажу их с такими голубенькими, ну как-то я не знаю, мне кажется, будет как-то скучновато. Хотелось в идеале, конечно, или вот желтый, или вот такой голубой, но у меня таких голубых было всего три, поэтому у меня ушло два на два. Сейчас, девочки, я подвину, что-то я совсем улетела из кадра. Два голубых у меня, значит, ушли на колье, и один на браслет, и на сережке у меня совсем ничего не осталось. Что я думаю? Я думаю, наверное, сделать... У меня есть маленькие кошачьи глазки. Что я могу сделать? Наверное, я вас могу сделать их, чтобы как-то поддержать... Нет, мне надо сюда розовенькая. А, сейчас я гляну. Вот она. Значит, сюда я поставлю, что он косой. Так, здесь вроде бы ровнее. Ну да. И здесь... Нет, мне даже этот как-то больше нравится. Вот. Сюда сделать желтенькую. Вот так, на пин. А, к желтенькой вот эту. Вот так. И сверху вот этих две голубенькие. И они будут как-то смотреться между собой. Сейчас мы это быстренько мы реализуем. Посмотрим, как это выглядит, по крайней мере. Что? Так. Пинчики мои. Как это я еще додумалась правильно пины заказать? Это просто удивление какое-то откровенное. Итак, сейчас попробуем. Два пина у меня. Значит, мы сначала делаем... Сейчас это все дело выровняю. Так, сейчас я подровняю. Вроде бы так ровненький. Конечно, пины часто приходят такие какие-то все измятые, но у меня более-менее еще нормально. Так, ой, что я загнула. Мягкие пины у меня эти. Хорошо закручивать. Но мы крутить не будем. Ладно, попробуем. Так. Что у меня такой какой-то он кривой, косой. Может, другой взять. Ладно, пока попробуем на этом, там посмотрим. Значит, я делаю сначала эту штучку. Затем гематитину. Нет, я сделаю сначала эту штуку со стразами. Затем гематит. Затем бусинку. Сейчас посмотрим, как будет лучше. И еще раз гематит. Затем трубочку. И
с гематитами, маленький стразик 6 на 6. Так, посмотрим, хватит ли у меня пена. Ну так хочу вам сказать, мне кажется, что пин у меня уже на исходе практически. Конечно, петельку сделать можно, но это так. Так, вот такая сережка. Сейчас мы попробуем посмотреть, как будет лучше. Сколько она сантиметров у меня здесь. Переживаю, что петелька будет маленькая. Большего пина у меня нет. Это самый длинный. Так, получается где-то 4 сантиметра, да? Ну и плюс потом пусетка. Окей, сейчас попробуем сделать из этого. Из этого мы делаем как? Мы из этого делаем так же. Затем большой гематит. Затем желтая гематит. Нет, не гематит. Что-то я совсем... Тем более размер не тот. Бусинка. Теперь правильный гематит, большой размер. Трубочка. И маленький гематит. И синенький кристалл. Опять гематит. Вот так получается у меня вторая сережка. Я вот думаю, какая из них красивее, как будет лучше смотреться. Где выше к стразик? Ой. Вот так. Где стразик? Внизу или вверху? Наверное, вверху, да? Потому что внизу получается как-то очень тяжело. Да, наверное, вверху. Мне вот этот вариант нравится больше. Вот вам видно, девочки? Я тут сама с собой веду беседы. Вот так. Ну вот мне просто интересно, петелька получится или нет у меня. Ну, возможно. Возможно. Угу. Я вот думаю. Пин у меня получается 4 сантиметра, 5. Самый длинный у меня. Затем вот эта штучка будет маленькая такая. Ну что, я, наверное, попробую сделать петельку. И потом, если не получится, тогда я уже буду думать, как мне лучше сделать. Наверное, если не будет получаться, то я немножко уберу здесь гематит внизу. Ну, короче, я вернусь, девочка, к вам, не буду вас мучить. Когда я все сделаю, я зайду к вам и покажу, как у меня что получилось.